Территорию заброшенного здания детского сада по улице Варнинской 12/6 привели в надлежащий вид. Местные жители жаловались, что запущенная территория стала пристанищем для наркоманов. Возле здания садика уже восстановлено ограждение, убран мусор и поставлен забор по периметру. По состоянию на 20 сентября выполнены следующие работы. Восстановлено внешнее ограждение, установлены ворота, восстановлены секции забора по периметру. 7-й слайд. Убраны свалки на территории детского сада. 8-й. Произведена механизированная зачистка территории. Выполнен покос травы. Частично приведена санитарная обрезка деревьев. На данный момент здание – собственность Укртелекома, но в мэрии всерьез задумываются о передаче его в коммунальную собственность. Также поднялся вопрос по поводу возврата этого садика в коммунальную собственность. И одним из приоритетных задач меня как депутата и нашей фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова является то, чтобы все садики, которые ранее были государственные, а сейчас они ныне не находятся на балансе каких-то предприятий, либо безбалансовые, вернуть в коммунальную собственность, чтобы наши маленькие одесситы смогли ходить действительно в хорошие, в новые сады, и в сады не частные, а в сады городские.